Старые кадры на новом месте. Василий Кузубов, бывший первый заместитель губернатора, возможно, займет новый пост в Красноярске. В строительном бизнесе активно обсуждается назначение Кузубова на руководящую должность в «Монолит Холдинг». Скорее всего, он возглавит направление по внешним связям и привлечению иностранных инвестиций в крупнейшей строительной фирме края. «Монолит Холдинги» обещали дать точный ответ после 5 октября. Напомню, заявление об уходе по собственному желанию первый заместитель главы региона по вопросам экономического и социального развития написал в апреле прошлого года. На госслужбе в Красноярске Кузубов проработал более 10 лет.